Пожар в гаражах на Соколовой горе. Возгорание произошло сегодня в полдень в одном из кооперативов. Сам гараж давно заброшен и стал излюбленным местом времяпровождения граждан, ведущих антисоциальный образ жизни. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние гаражи, где стояли автомобили. Однако предотвратить распространение огня удалось благодаря бдительности местных жителей. Они и вызвали к месту ЧП пожарных. Расчет потушил возгорание буквально за несколько минут.